Всем привет! Делаю видеообзор виллы прямо на берегу моря. Давайте посмотрим, что здесь есть. Мы находимся в первой спальне. Есть кондиционер, большая кровать, king size. Вот она. Есть шкаф. Вот он. И еще куча полочек. Там можно положить одежду. Здесь есть вентилятор. Еще вентилятор на потолке. Тут у нас сразу же выход идет к морю. Два лежака, лужайка своя, и там дальше море есть. Отсюда, кстати, слышно море. Там дальше у нас вход, дом и парковка. Здесь у нас есть спальня с односпальной кроватью, рабочий стол с креслом, есть кондиционер наверху, есть небольшой шкафчик. Кстати, видим, роутер здесь есть. Вот он. Хорошо. Дальше у нас гостиная плюс кухня. Вот они. Вот гостиная, там дальше кухня. Вот так выглядит, кстати, терраса. Такой очень уютный диванчик с подушками. Столик. Здесь, кстати, большое барбекю. Барбекюшница огромная. Вот, да, видите. Мощная, классная модель. Пляж, кстати, купабельный. Очень красиво. Сейчас зайдем, посмотрим гостиную плюс кухню. Кухня выглядит. Есть стол, два стулика. Есть шкафчики. Посуда есть. Есть посудомойка. Здесь у нас раковина. Москитные сетки, что мне нравится. Есть плита. И здесь у нас большой холодильник и микроволновая печь. Тостер, чайник, кофеварка. Много разных всяких тряпочек и прочего, что сделает эту кухню хорошей и удобной для использования. Так, идем дальше. Здесь у нас есть санузел. Здесь санузел. В санузле у нас есть душ. Вот он. На открытом воздухе он находится. Тут, кстати, москитные сетки. Шкафчик есть небольшой. Раковина. Зеркало большое. Все полное. А здесь у нас, кстати, есть стиральная машина и сушилка. А также тут есть небольшая раковина. Вот она. Тут у нас две кроватки. В кровати есть кондиционер. Есть небольшой диванчик. Вот он. Есть санузел. Вот он. Душ. Тут у нас есть шкафчик. Что мне нравится, здесь еще есть зеркало в полный рост. Это очень круто. Идем. Отсюда вид, отличный вид. Вы просыпаетесь и видите пальмы, море. И также мы видим, здесь есть кровать. Есть кондиционер, пара стульев и стол. Я вышел на пляж, чтобы снять виллу снаружи. Вот так она выглядит, очень красивая, симпатичная. И есть небольшая беседочка, есть каяк, которым можно пользоваться, для него есть все необходимое. Есть вот такой вот гамак. То есть, знаете, это больше похоже на какую-то вот мечту для людей, которые хотят жить на пляжу, и у которых есть и гамак, и каяк, и все что угодно. Здесь, знаете, намного красивее, когда хорошая погода. Просто сегодня не повезло из-за того, что немножко пасмурно. Тут еще, знаете, какая фишка у этой виллы? Тут красивые закаты. Вот, поэтому я очень ее рекомендую. Пляж купабельный. Обратите на эту виллу внимание. С вами был Лев из компании Balsamay.